Недавно в нашей программе мы рассказывали о дурно пахнущей проблеме жителей поселка Береке в Алматинской области. Жители 300 домов буквально потеряли покой из-за едкого запаха. О причинах они могли только гадать. По их мнению, причиной зловоний могла стать деятельность двух местных птицефабрик. Зловонный запах, мы не можем дышать. Ночью мы спим с закрытыми окнами. Вентилятор, кондиционеры, все у нас, в общем-то, работает, но запах, мы не можем найти причину. После нашего запроса в Управление охраны общественного здоровья Алматинской области было решено провести экспертизу. И вот стали известны ее результаты. Санитарно-защитная зона от птицефабрик до населенных пунктов должно составлять не менее 500 метров. А фактически вот расстояние от птицефабрик до поселка составляет от 4 до 4,5 километров. Угу. То есть это не птицефабрики точно? Да. Ну а как тогда можно объяснить тот факт, что жители замечают этот едкий запах, который режет глаза? Да? Как может быть тогда нормальным? Ну это же лабораторные замеры же подтверждают. Мы повторно связались с героиней нашего сюжета Ириной Захарчук. Жительница поселка утверждает, никто не видел, чтобы в Береке проводили какие-либо лабораторные замеры. Да и едкий запах по вечерам наблюдается по-прежнему.